В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работы сейчас ведутся в двух зонах – в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой и в историческом центре. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. После завершения строительства и ввода «Театральной» в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Город с метро – это совсем другой город. А какие преимущества, как вы думаете, появятся? У человека? Ну, боже мой, он свободный, он куда захотел, туда приехал. И будет приезжать к нам на спектакли, даже если живет в отдаленном районе. Это очень-очень важно.